Фрунзенский мост почти готов. Основные работы завершены. Началась укладка асфальта. Он будет проложен в два слоя толщиной 20 сантиметров. Такая дорога выдержит интенсивный автомобильный трафик, уверены специалисты. В данный момент тут производится укладка асфальтобетонной смеси. Вот, порядка 2500 тонн будет уложено к концу недели. На объекте работа производится круглосуточно, посменно. На объекте задействовано порядка 450 человек и порядка 80 единиц техники. По мосту водители будут ездить как по маслу, говорят строители. Покрытие Фрунзенского моста будет гладким. Соединительные деформационные швы сделаны по немецкой технологии. Асфальт укладывают, соблюдая все нормативы. Подрядчик гарантирует качество дороги на ближайшие 5 лет. На участке у нас работает строительный контроль. Каждый технологический слой отдельно принимается, контролируется толщина, ширина и качество укладки. По обеим сторонам реки Самара заканчивается строительство автомобильных развязок, ведущих к мосту. На некоторых участках уже устанавливают фонари, бортовой камень, отсыпают обочины. В сентябре смонтируют контактную линию для троллейбусов. По поручению губернатора Дмитрия Азарова по Фрунзенскому мосту первые машины должны поехать уже в конце года. Благодаря дополнительному траншу из федерального бюджета удалось ускорить ход работ. Фрунзенский мост в ближайшее время соединит два района Самары – Куйбышевский и Самарский. Кроме того, обеспечит трафик автомобилей к федеральным трассам М5 и М32. Общая ширина моста – 22 метра, это 6 полос, и протяженность почти 3 километра. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.